Content Media Corporation International представляет. Выбирай дом. Ну? Давай туда, где входная дверь цела. Как я ненавижу это. Все будет хорошо, как всегда. 5 минут, не больше. Засекай. Пистолет снят с предохранителя и заряжен. Я люблю тебя. И я тебя. Запри двери. Я быстро. Если что, сигналь 2 раза. Да, да, да. Нет! 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 Судный день. В фильме снимались Шон Эшмар, Эшли Белл, Майкл Эклунд, Кори Хардрикт, Доминик Монахан и Шеннин Сосамон. Музыка в исполнении группы Rock Mafia. Оператор Борис Майсовский. Где мы? Хэнсон, дай карту. Что? Карта, дай карту. Сейчас, сейчас. Помочь? Нет, я сам. Все в порядке. Я в норме. Держись. Ладно. Как ты? Хорошо. А ты? Я в порядке. Думаю, Винчестер мы прошли неделю назад. Потом пошли на юг по второму шоссе. Если мы шли по 30 километров в день, думаешь, с ним мы проходили 30? Думаю, меньше. Значит, мы где-то здесь, в этой дыре. Что там у вас? Вы о чем? Вот смотри, в километрах в 8 к западу отсюда горы. Вон за теми холмами, рядом с рекой. Значит, там есть вода. Есть где укрыться. Идеальное место для них. Туда-то нам и надо. Нужно прибавить ходу. Тише. Идем.
Это полная ерунда. Мы не дойдем. Это плохая идея. Автор сценария Люк Пасмар. Что ты думаешь? Что я думаю? Ладно. Опять собираются тучи. Я волнуюсь, как бы Хэнсон не промок. Меня не впутывай. Ты едва стоишь. Он прав. Мы загоняем себя в угол. Разговор не о нас. Адам. К черту. Адам, хватит. Я не могу сказать? Нет. Продюсер Гай Данелло. Режиссер Дуг Арниакоски. Добро пожаловать! Следов нет. Уже что-то. Иди вперед. Тут есть подвал.
разыграем, кому идти первым. Дай фонарик. Ну как? Все чисто. Расслабься. Просто расслабься. Ты в порядке? Укройся. И сказку на ночь прочтешь? Обязательно. Жил-был один идиот по имени Хэнсон. Мне это место не нравится. Но, похоже, здесь давно никого не было, что хорошо. Давайте отдохнем. Обсохнем и провалим сразу же, как кончится дождь. Проверим боеприпасы. Поехали. У меня все еще 9. 15. У меня 8 и 3. Очень круто. У тебя? Только 6. Всего 41. Плоховато. Как там мои детки? Ты меня пугаешь. Скоро ты эти семена станешь звать по имени. Уже зову. Надежда и Вера. Боже. Ты шутишь, да? Когда ты успел превратиться в гомика? Смейся, но это наше будущее. Как только найдем место... Боже мой, Рик. Сделай милость, только не сегодня. Адам. 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 Постой. Что на ужин? То, что осталось от веленого кролика. И еще 2 непонятные консервы. Это все. Ребята, нам нужно найти еду. Зачем? Мы съедим Хэнсона, правда? Наедимся твоими пухлыми щечками. Что скажешь? Прости. Thank you.
Слушай, как думаешь, Сьюзи умерла? Сьюзи Маркунас из школы? Все еще думаешь о ней? Нет. А помнишь, как мы поехали с ней и Дженни на озеро? Черт, помнишь? Конечно. Черт. Кажется, столько лет прошло. Так и есть. Думаешь, Сьюзи мертва? Они и мертвы? Все эти люди. Наши друзья. Думаю ли я? Да, ведь они... Я это знаю, мать твою. Она была милая. Эти ее... Сьюзан была стервой. Все это знали, кроме тебя. Это точно. Спасибо. Знаешь, так странно думать. И не надо. Я так устала бегать. Почему нельзя посадить твои семена здесь? А если придут они? А если нет? Загадай желание. Все в порядке. Все в порядке. Я знаю. Все хорошо. Там ничего нет.
Хороший денек, да? Да ты шикуешь. Что празднуем? Не знаю. Может, просто новый день. Мы все кого-то потеряли. Не надо. Я просто хочу знать. А я просто жду смерти. Ясно? Да. Нельзя тут оставаться. Да. Пора уходить. Черт, я не могу в этом. Хэнсон, выпей воды. Черт. Давай. Спасибо. Ты в порядке? Я весь горю. Хотя бывало и сильнее плющило. Ты готов идти? Да. Держи рубашку. Засиделись мы. Пора и честь знать. Он не может идти. Ты ужасно выглядишь. Прости, но это так. Дождь закончился. Он же едва на ногах стоит. И что, оставить его? Нас прихлопнут, как мух. Хватит, ясно? Если он не может идти, то разницы нет. Я могу, идем. Видишь, он может. Но только слишком медленно. Переночуем здесь. В кои-то веки поспим под крышей. У нас же есть план. Да. Но что еще важнее, у нас есть надежда. Хватит уже. Нам нужно уходить. Прямо сейчас. Никаких споров. Остаемся, пока не поправится Хэнсон. Пойдем по-светлому. Мы с Адамом поищем съестное в доме, а вы, дамы, поищите дичь. Черт. В этом нет толка. Толк есть. Я пение птичьего уже 2 года не слышала. Ты в порядке? Да, Рик. Если есть что сказать, говори. Я уже все сказал. Но ты главный. Но дело же не в этом. Эй! Да, я здесь. Подойди. О, Боже. Ты хоть сделай вид, что ищешь следы. Подумай, с этой штукой ты правда обращаешься классно. Но с тех пор, как ты с нами, ты все время молчишь. Те 3 парней вместе выросли. Благодаря чувству локтя они сумели выжить, а я с ними еще с тех пор, когда нас было 12. Я понимаю, ты строишь из себя одинокую волчицу. Ради бога. Но чтобы разрядить обстановку, ты можешь хоть иногда полусловом обмолвиться? Что вообще с тобой происходит?
Мы семья. И ты либо в ней, либо нет. Понимаешь? Я так и подумала. Что это за хрень? Надежда и вера, приятель. Энсон, ты должен это видеть. Мне же надо отдыхать. Быстрее. Черт. Ну и? Грязный подвал? Ненавижу сюрпризы. Значит, не любишь сюрпризы? Что тут? Сюрприз. Посмотри. Черт подери. У нас есть еда. У нас есть еда. И много, посмотри. Черт, даже бобы. Что ты будешь? Что хочешь? Я буду все. Буду все. За дело. Черт. Ты в порядке? Да. Наверх отнести сможешь? Все, что отнесу, съем. Вот это настрой. Здесь на всех хватит. Четыре банки тунца. Я готов зубами их открыть. К черту, я голоден, не хочу ждать. Съем прямо здесь. Все же мы не зря остались. Что это? Камни? Кто положил сюда камни? Рик. Дверь, Рик. Вот черт. Проклятие! Хансон! Хансон! Что случилось? Что звенит? Их здесь много? Будет много. Я держу тебя. Все хорошо, все хорошо. Хансон, ты мне нужен, Хансон! Адам, мы в ловушке! Нас поймали! Все хорошо. Хансон! 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 Черт, он истекает кровью! Я не могу остановить кровь! Черт!
Эта штука проткнула его. Ребята! На помощь! Вытащите нас! Черт побери! Ребята, вы слышите меня? Парни! Это ловушка! Я вас не слышу! Рик в порядке? Нет, он мертв! Помогите! Черт! Черт! Нет! Адам, помоги мне! Черт! Черт! Нет, черт! Эй! Шеннон! Шеннон! Что? Может, есть какой-нибудь рычаг, открывающий дверь? Я ничего не вижу! Надо торопиться, они сейчас придут на звон! Уходи! Слышишь? Ты должна немедленно уйти! Мы не оставим вас здесь! Черт! Надо уходить. Да пошла ты. Можешь спасать свою шкуру. Они моя семья. Я сама убью их всех до одного, плевать. Нет, здесь ты умрешь. Я их не боюсь. Не боюсь. По всей округе разбросаны такие дома. Звон — это сигнал о том, что сработал капкан. Боже. Разведчики? Да. Мы разберемся с ними. Все хорошо. Все хорошо. Хорошо. Если у них не получится. Получится. Подожди. Привет, мясо. Пошел ты. Тише. Сам ты тише, козел. Хочешь новую дырку в голове? У вас патроны-то есть? А ты спустись и узнай. Я тебе задницу отстрелю. Спускайся, все вы! Сюда! На кухне чисто. Хочешь развлечься? Наверху чисто. Ты на мушке. Кто там? Да пошел ты! Дайте своего друга. Да пошел ты, проваливай. Отдайте по-хорошему. Вас мы потом поймаем. У меня для тебя другое предложение. Лучше отгрызите на ужин друг у друга хрены. Всегда одно и то же. Вы думаете, что вы особенные. Но это не так. Вы просто умираете быстрее, чем мы. Да пошел ты! Ладно. Как хотите. У нас провизии много. Мы можем ждать целыми днями, просто глядя на вас. Спустись сюда. Давай. Тогда посмотрим.
Давай, иди сюда. Давай, тварь. Спускайся. Чертов придурок. Держи ее. А ты красотка. Я видел. Все видел. Я решила воспользоваться нашей ловушкой. Нашей. И забрать все мясо себе. Заткнись. Вот жадина. А ты злая, кто бы мог подумать. Мы вернемся. Скоро. Чтобы взять свое. Господи. Ты как? Винтовку. Вы в порядке? Папа, папа! Давайте пойдем к остальным. Идем. Готовы? Да? Забирайся. А ты растешь. Общий сбор. Нужно поговорить. К черту. Кончай ее и пойдем. Они скоро придут. Нет, нет. Погоди.
Кто ты такая, мать твою? Кто? Я знаю, кто она. Ты же одна из них, так? Как ты могла? Это правда? Ты одна из них? Да. Пусть она сама скажет. Это правда? Хэнсон, у нас нет на это времени. Она одна из них, я могу доказать. Если что, стреляйте. Ну, где она? Вот она. Это твое клеймо? Черт, твою мать. Свои ее не трогают. Она ловко замаскировалась, чтобы проникать в такие группы, как наша. Подлая дрянь. Ты специально нас сюда завела? Ты заманила нас в ловушку? Разумеется. А сама выжидала момент. Это тебе за Рика, сволочь. Твою мать, просто не верится. Я не могу в это поверить. А зачем она убила тех, если она одна из них? Зачем? Может, тот псих был прав? Она хотела съесть нас сама? Не знаю. Не думаю, что у них есть понятие верности друг другу. Даже люди из своего же клана для них всего лишь мясо. Я права? Расскажи нам. Тогда почему она не убила нас раньше? Разве так не логичнее? Не знаю. Просто убейте ее и пойдем. Ты помогла нам. Зачем? А? Зачем? Говори же. Ладно. Скажи хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь. Адам! Адам, просто убей ее, наконец! Адам! Адам! Хватит! Нет. Просто убей ее. Не так быстро. Пусть не ждет пощады. Нет. Адам, давай пойдем. У нас есть время. Нет. На это есть. У нас есть на это время. Нет, у нас времени. Давай убираться отсюда. Я видел, как вы работаете. Вы не убиваете сразу. Вы заставляете жертву идти в лагерь, чтобы там спокойно съесть. Так легче. И эффективнее. Так вы поступили с моей женой и дочерью. Вы заставляли их идти? Хватит, Адам, нужно уходить. Иди, если хочешь. Здесь на километры вокруг нет укрытия. Они выследят нас меньше, чем за день. Считай, ты уже мертв, как и все мы. Это так. И остаток своей жизни я хочу провести с тобой. Хорошо? Как ты их убила? Как раньше убивали коров? Раз и готово. Или ты их пытала? Ты порубила ее, прежде чем зажарить? Да?
Я не убивала твоих родных. Но ты одна из них. Значит, виновата. Ты решила стать такой. Это был твой выбор. Я хотела жить. Нет. Убивая других? Хватит, Адам, черт побери! Нет, прошу. Давай, детка. Потерпи. Ты же сильная девочка. Адам, что ты творишь? Открой пошире ротик. Давай. Давай. Туда залетит самолет. Открывай свой мерзкий рот. Нет? Давай уже покончим с этим. Черт. Хочешь что-нибудь поаппетитнее, да? Никогда не думала, как выглядит твое сердце. Да! Да, да, да! Да! Убей меня, твою мать! Убей же, пожалуйста! 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 Распори мне живот и оставь гнить! Прошу! Пожалуйста! Я знаю, что я такое! Я заслуживаю этого! Ты права, черт подери! Права! Так давай же! Ей было всего 6 лет. Она была еще ребенком. Сегодня ее день рождения. Я не убивала твою дочь. Вы все убили ее. Все. И ты за это заплатишь. Ты заплатишь за всех убитых. Я пыталась выжить. Что ты делаешь? Да, чувак. Какого черта ты делаешь? Что ты творишь? Вершу правосудие. Ты в этом уверен? Положи нож, брат, и отойди. Положи. Положи. Ты на ее стороне? Нет. Я люблю тебя. Но я не хочу смотреть, как ты издеваешься над ней. В этом и есть разница между ними и нами. Если хочешь убить ее, давай быстрее. Нам нужно уходить. Будьте вы прокляты. Не я вас сюда привела. Плевать. Черт! Я не промахнулась. Не промахнулась! Не надо! Адам! Не молчи. Не надо! Даже не смей, твою мать. Одно слово. Ну же! У меня была сестра. Ей было 12 лет. Она упала и сломала ногу. Открытый
Перелом со смещением. Вправить было невозможно. Она бы тормозила нас и все равно погибла от инфекции. Я решила, они смогут вылечить ее. Ведь она была одной из нас. Они подвесили ее. Разрезали горло. А потом пили ее кровь и наполняли ей бутылки. В ту же ночь они ее съели. А через 3 дня я перерезала их всех, пока они спали. Я знаю, что все равно остаюсь одной из них. Я это понимаю. Если вы захотите вывести меня в поле и пустить пулю в лоб, я не буду сопротивляться. Обещаю. Но он прав. Они уже идут сюда. Под открытым небом вам не продержаться и 2 дней. Нужно либо разделиться и бежать, либо отбиваться здесь. С чего ты взяла, что мы отобьемся? Может и нет. Но шансов больше. Здесь можно укрепиться и подготовиться к их атаке. И потом... У вас есть я. И что ты будешь делать? А что, по-твоему, я хочу сделать? Я убью их всех. Хочешь перевязать рану? Уже не важно. Это не разозлит их еще сильнее? Пусть знает, с кем имеет дело. Мы все умрем. Но ты заслуживаешь смерти пострашнее. Хотя, может, ты докажешь, что я не прав. Нам тебя не хватает, старый друг. Теперь они точно придут. Лучше так, чем оставить его им на ужин. Не надо делать вид, что скорбишь. Он был хорошим вожаком. Мы... живем так уже больше 10 лет. Крови, голода и смерти. На наш век выпало столько, что хватило бы и на 100 жизней. Уже погибли 9 наших друзей, защищая нас. Мы бы оскорбили их память, если бы стали покорно ждать, когда эти твари съедят нас. Надеюсь, их будет не меньше 1000. Тем больше мы сможем убить, и тем меньше их останется. Поэтому сегодня я буду драться за вас. Потому что вы моя семья. И тем, кто придет за нами, очень не повезло.
И почему мы поверили ей? Она правда хочет убить их, какими бы ни были ее причины. Нам нужны люди. Пусть мне это и не нравится. Эту ночь она не переживет, так или иначе. Ты согласен? Да. Мощно задвинул. Даже речь в Гиффорде переплюнул. Выпускной год, полуфинал. Тогда мы проиграли. Уже поздно. Надо готовиться. Не волнуйся. Они заплатят за то, что сделали. А потом мы поедим. Живите этим днем. Ибо вчерашний – это уже сон. А завтрашний пока лишь видение. Пусть и полное надежды, но видение. У них как минимум одно ружье. Узнайте, что еще нас ждет. Ступайте. Станешь вожаком. Иди. Придет день, твой брат станет очень сильным. Но ты, милая, будешь намного сильнее. Что у нас? Плохо видно. Больше 20. Ночка будет жаркой. Стрелять только в крайнем случае. Это и есть крайний случай. Пушки к бою. Приготовьтесь. Держи. Я не верю, что ты хочешь искупить, но... Черт. Готовы? Я готов. Принесите мне их головы. Вперед! Они снова идут. Давайте. Милости просим, уроды.
Они не знают, с кем связались. Бережем патроны. Иди сюда. Давай, ну же, тварь, иди сюда. Давай. Там пять, двое мертвы. Черт, Адам, твое окно. У меня четверо идут к тебе. Они заходят сзади. Адам! Черт! Принесите ему воды. Воды! Ты в порядке? Быстрее! Я будто два марафона пробежал. С пневмонией. Да еще с этими тварями на хвосте. Отдохни. Сколько патронов осталось? У меня три. Черт, у меня шесть в пистолете и четыре в ружье. У меня три. Мэри! Мэри! Пять. Пять, ладно. Я прикрою тебя. А ты прикрой меня. Ты и ты. Вы должны пробраться в дом. Мы не уйдем. Нам нужно точно узнать, сколько их. Можете постучать в дверь, залезть в окно. Мне плевать. Но вы должны залезть туда. Идите. Они нападут снова, и их будет больше. Да ты прямо гений. На что ты уставилась? Даже не смей смотреть на меня. Попробуй хоть еще разок взглянуть на меня, даже не смей. Шеннон, займи свое место. Ты поняла меня? Я не с тобой говорю. Пошла ты. Нам есть с кем драться. Я и не хотела оставаться. Давайте лучше отдадим ее, а сами спокойно уйдем. Да что с вами такое? Черт! Нет. Нет! Шеннон, что ты наделала? Крыша. Давай, отвали. Прости меня. Thank you.
Это ведь я придумал. Я тоже хочу повеселиться. Все в порядке, все в порядке. Спокойно. У меня остался один патрон. Как ты? Все хорошо? Все, мы их прикончили. Убирайся отсюда. Иди, уходи! Они идут. Ноль, вашу уродскую мать. Шеннон! Энсон! Энсон, на помощь! Давай, Шеннон, быстрее в дом. Давай внутрь. Иди, иди, я не пойду. Быстрее. Идите. Быстрее. Я позабочусь об этих засранцах. Идите сюда. Не с тем связались, твари. Ну же. 4. 3. Получи, тварь. 2. 1. Вы меня так не победили. Надеюсь, вас от меня стошнит, уроды. Вот, держи. Прикрой кухню. Где Хансен? Что? Черт. Какого черта? Мы будем торчать тут вечно? Они же едят своих. Мы убили столько, что им хватит на месяц. Так какого черта им надо? Они все же люди. И чувство мести им не чуждо. Значит, теперь я виновата.
Все из-за мальчишки. Начинайте. Черт. Назад. Что ж, давно пора. Что же им раньше мешало? Не хотели портить дом. И что теперь делать? Гореть живьем мы не будем. Их семеро. Сколько у нас патронов? Один. Стреляй! Нет, прибереги. Что ты делаешь? Я задержу его, а вы уходите. Я должна это сделать. Думаешь, это что-нибудь изменит? Нет. Нет. Я просто устала ждать. Пошли. Адам, надо убираться. Тише. Уверена, что патронов хватит? Эти люди мои. Я их сюда привела и заманила в ловушку. Это моя добыча. Твоя, значит? То есть ты не одна из них, знаешь? Какой у людей бывает вид, когда они видят нечто такое, чего не видели раньше? Ты так не выглядишь. Это вечеринка только по приглашениям. Это наша земля и наша добыча. Значит, ты тоже принадлежишь нам. Твоя голова за моего сына. Если собралась стрелять, стреляй. Все равно ты станешь главным блюдом сегодняшнего ужина. Черт! Адам! Я не могу оставить ее. Забудь о ней. Пойдем. Ей конец. Почему? Она не должна была дожить до утра. Или ты уже забыл, что она одна из них? Это не так. Конечно, так. Нет. Что ты делаешь? Уходи. Уходи. Красивая. Нет. Я попробую на вкус твою боль. Давай, ну давай же. Посмотри на меня. Посмотри. Thank you.
Где ты, маленькая тварь? Твои жена и дочь. Как их звали? Ники и Эйва. Такая жизнерадостная малышка. Даже среди этого кошмара. Просто каждая секунда ее жизни была наполнена любовью. У нее была семья. Я не смог защитить их. Важно, что ты старался это сделать. Любовь к ним давала тебе силы. Почему ты вернулся? Так давно ничего не менялось. Я знаю, кто ждет меня. Может, я просто искал знак. Повод заставить их снова гордиться мной. Может, ты и была тем знаком. А может, я устал быть жертвой. Я поступил правильно. Боже, как здесь спокойно. Да. У тебя есть шанс заново научиться жить. Не упусти его.